что съесть после тренировки. Когда ты тренируешься, твои мышцы используют в качестве топлива собственные гликогены, запасные углеводы. Если ты выкладываешься как следует, часть белков в мышцах разрушается, после чего организм пытается их восстановить. Правильное питание сразу после тренировки – это способ дать организму необходимые вещества и ускорить процесс регенерации. Продукты для эффективного восстановления. Углеводы – отварная или печеная картошка, гречка, булгур, фрукты, ягоды, банан, паста из твердых сортов пшеницы, рис, темная зелень. Белки – яйца, греческий йогурт, творог, лосось, тунец, курица, жиры, авокадо, орехи. Когда есть. После тренировки способность организма усваивать питательные вещества значительно усиливается, поэтому нужно поесть в течение 45 минут после финального упражнения. Если ты поешь через пару часов после тренировки, то синтез гликогена, запасного углевода организма, уменьшится на 50%. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!